Я не хочу никого обманывать, но я слишком мало занималась. А что ты ожидала? Мы слишком честные. Тогда спокойной ночи. Лум, я не хочу быть слишком любопытной, но если ты не спишь, то кто спит в твоей кровати? Перестань, не надо нас обманывать. Мы все знаем, что ты отличница. Это правда. Я готовилась, но я терпеть не могу контрольные. Почему ты остановилась? Посмотрите, что случилось. Я не знаю, но это точно будет веселый урок. Все прошло в соответствии с планом. Но что значит в соответствии с планом? Спасибо, на самом деле он мой. А теперь я хочу его открыть перед всеми вами. Что с вами? Это просто конверт. Почему вы боитесь? Не понимаю, почему вы так нервничаете. Да, я сдала эту контрольную. Спасибо, мистер Уизгерс. Вы поняли, что чтобы стать хорошей феей, нужно пройти долгий путь. Но вы еще очень молоды и сможете понять, как важно быть честной и уметь сопротивляться соблазнам. Быть хорошей феей – это роль, которая требует ответственности. И, следовательно... Пожалуйста, послушайте меня минутку. Завтра у нас будет встреча в зале. Мы будем обсуждать тему нашего предстоящего собрания с родителями. А нет, мои родители здесь, в Алфее. Я всегда ненавидела родительские собрания.